Так, вот новая игра Синдром. Я так понял, это новая игра, которая вышла недавно, но как бы под старую сделана, да, то есть вот даже графика, ну я ее еще сам только включил, вот, то есть не играл, но по графике видно, то есть тут дело не в настройках, да, игры, а именно то, что сама графика, то есть такая стилистика игры сделана. Ну что, сейчас новую игру попробую загрузить. Пиздец, что-то никак этот OBS не хотел нормально ее записывать. Что-то вроде нормально настроил. Перевод на русский, как видно, есть. По крайней мере, частично. Вот меню было на русском. Переговоры тут какие-то, короче, типа чужаки какие-то или союзники, непонятно. Кого-то обнаружили в космосе. Ну да, игра, я так понял, недавно выпущена, вроде в сентябре этого года, что ли. То есть просто так как бы под старину сделано. Не знаю, я хорроры не особо люблю, вот Outlast. Я все Outlast'ы прошел, а так не знаю. Даже не помню, в Амнезию вроде играл. Больше не помню. Вот, ну так, вроде игр больше нет, потому решил в это что-то Мафия 3, мне кажется, херня какая-то, я что-то не хочу в нее играть. Хотя ждал на самом деле. Там бред какой-то понапридумывали. А, вот, по-русски. Нажмите Escape, чтобы пропустить. Вот, Трентом Галином. Я так понимаю, я типа за этого челика буду играть. О, проснулся персонаж. Типа капсулы какие-то. О, по-английски компьютер говорит, то есть тоже русской озвучки нет. Ну и хрен с ней, я думаю. Прям как Fallout, 200 лет проспал. Или сколько там? Чем-то мне напоминает... Ну да, вот тут эти... Перевод внизу написан. Ни хрена себе, тут чувствительность мыши еще надо убавить. Мышь. Охренеть, это еще не самая высокая чувствительность. Чуть на выход не нажал. Так, достаточно ярко. Ну да, надпись есть вот Трентом Галином жив единственный. Это как раз за которого я играю. Разблокировать двери, отлично. Я так понимаю, тут какие-то другие челики в капсулах были, но их уже нет. Садиться можно на С. Прыгать нельзя на пробел, по крайней мере. Шифтить нельзя. Так, у меня три пути целых. Ну, пойдем налево тогда. Закрыть противоударные ставни. Вот мне бы фонарик не помешал. Но я так понимаю, у меня ни хрена нет пока. Бежать на shift можно. Да, вот фонарик не помешал бы. Ну, конечно, сразу видно, что не Outlast это все-таки. Что-то эта комната похожа на ту, в которой я до этого был, да? М-да. Хотя нет, чем-то на Outlast похоже, но все-таки чем-то вот другая. Не, наверное, надо вперед идти. Пойду вперед. Хотя тени есть. Пиздец, тут локация такая здоровая. Всегда боишься, что что-нибудь сейчас высунется. Так. Твою мать, я чё, к самому началу прибежал? Твою мать. Реально, я похоже... Охренеть вообще, я просто к началу прибежал.
Опа-на. А ну-ка. Только что пробирка разбилась. Ну, что-то стеклянное разбилось. Вот тут нельзя, вот я жму. Нельзя ничего сделать. Вот тут можно, наверное. Отказано в доступе. Необходимо обеспечить безопасность корабля. Компания хочет, чтобы мы подобрали какую-то группу военных на ближайшей луне. Видимо, все с этого и началось. То, что они этих военных подобрали. Либо наоборот не подобрали, хз. Опа, на лестнице на второй этаж. Интересно, что будет, когда кто-то появится, какой-нибудь враг? Тупо бежать? Закрыть ставни. Вот-вот-вот мне что надо было. Интересно, почему они не могли сами закрыться? Ненавижу эту работу, не хочу проводить лучшие годы моей жизни на этом корабле. Хотя платят хорошо, чели говорит. Ну да. Оп, какой-то звук. Так. Ну да, то есть тут нету как бы целеуказателей каких-то. То есть игра как бы сама идет. Ты сам идешь, как бы находишь какие-то задачи. Коридор. Постой, так она что же самое уже вроде говорила, я же все сделал, нет? Твою мать. Сома, я вспомнил. Может, Сома игра на... Вот, закрыть ставни. А, их несколько. В натуре что-то закрывается. А, это вот ставни на окнах имеется в виду. Задачи обновлены. Интересно, вот игра сохраняется, я чуть не пойму. Если я сейчас сдохну, интересно, или что, или выйду. Черт, дверь заперта. Вот откуда игра начнется? Так, нет. Вот спуск какой-то. Мне бы увереннее было с оружием ходить с каким-нибудь, конечно. Чё, прыгать нельзя. Нельзя взаимодействовать, походу, с компьютером. Кстати, свои шаги слышно, собственные. Ладно, пойдем сюда. Так. О! Вот стопудово я тут был уже, да? Конечно, был. Я отсюда игру начал. Постойте. А. Там же было написано, типа, задача обновлена. Ой. А, тут пауза есть. Я, типа, на паузу игру поставил. Я по старинке просто на все кнопки клацал. А ну-ка. Не, ну тут я уже все сделал. Там же было написано, типа, задача обновлена.
Вот прыгать нельзя, непривычно как-то неудобно. А, во! А ну-ка. О, заебись. Я теперь могу что-то делать. Безопасность. Выход в коридор закрыт. Разблокировать. О, отлично. Статус команды. 343 умерло, 3 ранено, здорово 7. Ну как в Fallout, тут записи какие-то. Не очень интересно. Вот эта дверь же закрыта была. Во-во, она теперь открылась. Не, фонарик нужен. А, все нормально. Загрузка какая-то пошла. Я такой подумал, что вылетело. Текстовые компьютерные сообщения иногда имеют полезную информацию. Ну, я и не из тех, кто прям все это читает. Вот отсюда я пришел, получается. Сейчас меня сходи. О, человек. Какой-то командир Наоми с нами разговаривает. Я только что вышел из криосна персонажа. Сколько вы пробовали в состоянии криосна? Это типа с каким-то командиром он связался. Возможно, это побочный эффект криосна. Через несколько часов вы должны быть в порядке. Где все? Что-то ужасное произошло на корабле, но это видно. Галин, мне нужна ваша помощь. Я заперт на нижнем этаже. Со мной несколько моих людей. Нам нужно, чтобы вы восстановили подачу энергии. Короче, надо будет спасти. Мы тут не одни на корабле, надо будет кого-то спасти сейчас. Но это хорошо. Так. Черт. А, блин, хотел кое-что сделать, ну ладно. Интересная игра вот тут сохранилась. Вы можете открыть карту корабля, о. Короче, надо подачу энергии возобновить, как меня попросила вот эта тёлка. Смотрите, видите, вот там стоит кто-то, какой-то робот. И еще я звуки какие-то слышу. Мне хочется скорее увидеть Дэйва, я очень его люблю, уже прошло два... Месяц хмунюсь, мой... Ага. Видите, да, робот какой-то стоит. Интересно, нападет? Бля, как стрёмно. А, он задом ко мне повернут. О, сохранить игру. Игра сохранена. По сути, так это как в этом, что ли? Aliens vs Predator, что ли? Там же вроде тоже вот Isolation, последняя часть была, там тоже вот так сохраняться можно было. А, это не враг, видите, этот робот не нападает. Хотя, сука, он стрёмный, если издалека смотреть, кстати. Не буду особо вдаваться в то, что там написано.
Питание системы активировать. Невозможно получить питание к системе. Необходимо перейти на ручное управление. Используя вспомогательные терминалы 1 и 2. Короче, мне нужны терминалы 1 и 2 теперь. Ключ защиты. А вот у меня инвентарь. Ключ-карта есть. Так, терминал 1 и 2. У меня, кстати, не указано терминалы 1 и 2 на этом. На карте. Да, черт, доступа к лифту нет. Ух, ёб твою мать. Ну это страшно не было на самом деле. Меня только вот эти фонари бесят яркие. Охуеть, да? Трупы можно обыскивать, но там ничего полезного нет. Жестко, да? Я слышу какие-то звуки, но они мне не нравятся. Опа-на. Интересно, это вот эти роботы восстали? Есть, теперь мне нужно систему 2 еще подключить. Я так понимаю, вентиляция нужна, чтобы ныкаться или не обязательно. Короче, я просто пойду вперед. Черт, она огромная. Ух, ебать. Че это сейчас было? Что-то меня сейчас ебнуло. Так, вроде вот пока нравится, я что-то играю, вроде неплохо выглядит. Игра. Дейв не отвечает на мои сообщения, здесь все в порядке. Дверь сломана. Ага. Готово. Теперь я могу пойти восстановить. Постойте. Интересно, дверь откроется? Нет. Теперь я могу пойти восстановить подачу питания. Черт, жаль, тут бежать нельзя. Странно он как-то перемещается, мне кажется. Никого. Что-то мне стрёмно чуть-чуть. Звук какой-то мне не нравится. Я на всякий случай игру сохраню. Угу. Ой. А тут кровь была, когда в первый раз был, я не помню. Crawling in my mind. Забирается в мой разум, что ли? А тут было первый раз, я что-то не помню, вот эта кровь, что-то я не заметил. Надо будет потом пересмотреть. Оп, активировать. Все, да? Все, питание подключено. Галин, у нас опять возобновилась подача питания. О, у меня теперь какая-то переборка стоит. Меня зовут Джеймс Марко, технический помощник второго разряда. Ты можешь звать меня Джимми. Короче, кто-то с нами связывается. Тут выжившие, короче, есть, не только я.
кто-то с нами связывается. Походу, тут чуть ли не целый город на этом корабле. Мы должны запустить этот корабль и найти помощь. Я запер в грузовом отсеке. Мои действия несколько ограничены. Но я смогу направлять тебя. Какой-то челик говорит, что будет направлять меня. Ты должен починить двигатель, чтобы запустить эту штуковину. We are all dead. Мы все мертвы. Опа, она открылась. А почему вот эта дверь? А, у меня нет доступа к лифту. Твою мать, там кто-то шел. Там хромал кто-то. Вот это сейчас было, кстати, стремновато. Интересно, а можно перезаписывать? Перезаписать, да. Ладно, как-то так, я думаю, для начала хватит. Вот. Подумаю, может.